знаешь, что случилось с Куаном? Место найдено. Оно скрыто от глаз. Местность сложна для пересечения. Кажется, здесь можно укрыться от чужаков, которые хотят угнать нас в рабство. Вчера пришлось убить последнего мула. Он сломал ногу. Ужасная жалость. Но, кажется, я нашел то, что искал. Нашел брошенную деревню, которая просто должна быть тем самым Зет. О, как жаль, что отец не дожил до этого дня. Сегодня заночую здесь, а завтра приступлю к тщательному осмотру. Весь мир узнает, что один из Фоссетов нашел затерянный город. Мы легко нашли спрятанный город. Координаты, полученные от Тринити, оказались правильными. Местные жители не доверяли нам, и мы вошли в город с приставленными к нашим шеям копьями. Среди жителей начался переполох. Позднее мы узнали, что за месяц до нашего появления в город прибыл отряд инков. Лопес придумал историю о том, как мы дезертировали из армии испанцев, поскольку не выдержали ужасов войны. Он сказал, что мы с радостью обменяем все наши товары на убежище. Нехотя они все же позволили нам остаться в городе. Но с тем условием, что мы оставим броню и оружие в хижине за его пределами.
Наши люди колебались, но в конце концов мы договорились, что двое из нас останутся охранять снаряжение. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Все отряды, выходящие за пределы Кана, должны с особой тщательностью заметать свои следы. Мы уже близки к цели, и нам совсем не нужно, чтобы здесь появились толпы туристов, мечтающих первыми сделать селфи в городе. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Он рад беспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Ну, вроде там глубоко. Пусть Чуки сошьет нам рубахи из тончайшей шерсти, когда мы окажемся в ином мире. Это что-то вроде панегирика тем, кто здесь похоронен. Он рад убеспокоиться за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Я вижу только что-то про нефрит.
Это царь и царица Мектлана, главного подземного мира в мифологии ацтеков. Мектлан-Текутли был главным из богов, имевших отношение к смерти. Его часто изображали в виде скелета с глазами в глазницах. Он заботился о душах умерших. Его жена Мектле-Какуатль руководила праздниками в честь усопших, на смену которым пришел современный День мертвых. Сказать ей, что его схватили. Тут недавно кто-то побывал. То, что я искала. Он рад беспокоиться за Этли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. В этом испанском документе приведена одна из множества историй об Эльдорадо. Когда первые корабли испанцев вернулись домой с трюмами, набитыми золотом, новость об этом распространилась со скоростью лесного пожара. И истории, которые рассказывали о несметных сокровищах, постепенно становились все более фантастическими. Благодаря слухам о Золотом городе в Новый Свет отправилось бесчисленное множество экспедиций. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Ничего не могу взять. Речь о месте неподалеку. Одинокий страж охраняет меня и свой урожай. Пригодится. Он рад убеспокоиться за Эцли.
Нужно сказать ей, что его схватили. Нереально. Больше я не унесу. Инки консервируют почти все съедобное, сочетая сублимацию и засолку. Чарки и чунос — это фактически мясо с картошкой. Объедение. Он рожден в голод, вырос во время восстания. Он сирота, но никогда не бывает один. Он восходит, словно солнце. У меня нет столько места. Мама говорит, если я буду играть в пещере, я расстрою духа водопада. Она просто думает, там слишком опасно, хотя там столько интересных штуковин. Тридцатое ноября 1603 года. Взяв с собой туземца-проводника, Лопес, я и солдаты покинули город еще до зари. И очень вовремя, ведь в городе начался страшный мор. Лопес убежден, что артефакт находится не в городе, а за его пределами. Я спросил, не лицемерие ли это, пользоваться помощью этих отвратительных людей. «Они не так уж отвратительны», — ответил он. «Не более, чем эти молосы. Все они создания Господа нашего, как и мы». Я сказал, что совсем не ожидал услышать от него такие слова. Но он взял меня за руки, и мы стали молиться. Сила его веры передалась мне, и я почувствовал, как оковы сомнения пали с моего сердца. Как жизнь? Чем я могу помочь? Это твое. Хорошо. Это твое. Хорошо. Боги нам благоволят. Приходи еще. Как дела? У меня большой выбор. Thank you.
Отлично, я одобряю твой выбор. Я всегда к твоим услугам. Он Урату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. Будь осторожна, мы нашли волчье логово неподалеку. Но, возможно, ты здесь именно поэтому. О чем ты? Боги послали одного чужака выследить другого. Очень разумно. Удачи на охоте. Урату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили. В таких кадильницах ацтеки жгли благовония, чтобы говорить с богами. Она все еще пахнет копалом.